Несмотря на сложную эпидситуацию, жители Карагандинской области, которая находится в темно-красной зоне, продолжают проводить туры с большим количеством гостей. Только за минувшие выходные члены мобильных групп выявили массовые гуляния сразу в 10 ресторанах. При этом самое крупное из них на несколько сотен человек устроил высокопоставленный чиновник. Марина Золотарева продолжит тему. Утро понедельника началось с увольнения руководителя управления земельных отношений. В разгар пандемии чиновник устроил проводы невесты. Несмотря на заявление, что за кафе Караганды сидят камеры уличного видеонаблюдения, скопление людей и машин у престижного ресторана, почему-то заметили не контролеры, а бдительные горожане. В итоге мобильная группа застала в увеселительном заведении порядка 400 гостей. Организатора было решено уволить с должности. Максутов Халил Мукатай в связи с грубейшими нарушениями норм карантина организации свадебных мероприятий в разгар пандемии уволен с занимаемой должности. Здесь нарушены все нормы карантина, все нормы служебной этики государственного служащего. Акимам всех городов и районов поручают также жестко работать в этом направлении. Будете, коллеги, нести персональную ответственность за подобные факты. Еще один сигнал мобильной группе поступил из частного сектора. В одном из домов на той собрались порядка сотни гостей. Организаторы торжества набросились на проверяющих с кулаками и силой вытолкали контролеров со двора. Со стороны посетителей и владельцев данного дома были в отношении членов мобильной группы и сотрудников полиции применены физическая сила, действовали достаточно агрессивно. Сей факт точно так же был зафиксирован видеосъемкой. В последующем был вызван дополнительный наряд полиции. Только за выходные мобильные группы выявили 12 ресторанов нарушителей карантина и практически во всех проходили массовые гуляния. Каждого владельца кафе штрафуют на 670 тысяч тенге. Около 900 тысяч выплатят организаторы тоев. Напомню, по эпид-показателям область находится в темно-красной зоне опасности. Каждый день диагноз коронавирус подтверждают у тысячи жителей региона. Марина Золотарева, Аслан Демизбаев, Карагандинская область, Хабар 24.